Jaya Radha Madhava Kuncha Bidhari Jaya Radha Madhava Kuncha Bidhari Jaya Radha Madhava Kuncha Bidhari Jaya Radha Madhava Kunjabidhari Jaya Gopijana Valabha Girivaradhari Jaya Gopijana Valabha Girivaradhari Jaya Gopijana Valabha Girivaradhari Yashoda Nandanam Raja Jana Ranjana Yashoda Nandanam Raja Jana Ranjana Yashoda Nandanam Raja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama. Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Так, мы читаем Восьмую песнь, глава первая, текст десятый. Атма васьями дам вишвам. Яткинчит джагатьям джагат. Тенатьяктена бхунджитха.
Магритхакасья свидханам. Атмавасьями дам вишвам. Яткинчит джагатьям джагат. Тена тьяктена бхунджитха. Магритхакасья свидханам. Атмавасьями дам вишвам. Яткинчит джагатьям джагат. Тена тьяктена бхунджитха. Магритхакасья свидханам. Дословный перевод и литературный перевод, его божественная милость. А, да, простите. Атмавасьям идам вишвам. Яткинчит джагатьям джагат. Тена тьяктена бхунджитха. Магритхакасья свидханам. Атмавасьям идам вишвам. Яткинчит джагатьям джагат. Большое спасибо. Так, дословный перевод или литературный перевод его божественной милости от Чхабхактивинанды Шрила Прабхупады. Атма сверхдушой, авасьям пронизана повсюду. Идам — это вселенная. Вишвам — вселенная, весь мир. Яд — которая. Кинчит — что-либо. Джагатьям — в мире, повсюду. Джагат — живое и неживое. Тена — им. Тьяктена — тем, что выделено. Бхунджитха — наслаждайся. Ма — не. Гритха — принимай. Касья — ой, простите, касья свит — кого-либо другого. Дханам — собственность. Литературный перевод. Внутри Вселенной Верховная Личность Бога пребывает везде, как сверхдуша всего живого и неживого. Поэтому каждый должен довольствоваться тем, что выделено ему судьбой, и не посягать на чужую собственность. Комментарий. Указав на трансцендентное положение Верховного Господа, Свайамбхува-ману в назидание своим сыновьям и внукам объясняет теперь, что все сущее во Вселенной принадлежит Верховной Личности Бога. Наставления Ману обращены не только к сыновьям и внукам, но и ко всему человечеству. Санскритское слово «манушья» – «человек» – происходит от имени Ману, ибо все люди – потомки изначального Ману. Имя Ману упомянуто и в Бхагавадгите 4.1, где Господь говорит: Имам вивасвате йогам проктаванахам авьяям вивасван манаве праха манур икшвакаве
Бравит. Я открыл эту вечную науку йоги Богу Солнца Вивасвану. Вивасван поведал ее Ману, отцу человечества, а Ману в свой черед поведал ее Икшваку. У Свайамбхува и Вайвасваты Ману одни и те же обязанности. Вайвасвата Ману был рожден от Бога Солнца, Вивасвана, а его сын Икшваку правил землей. Поскольку Ману – прародитель человечества, все люди должны следовать его наставлениям. Свайамбхува Ману учит, что все сущее не только в духовном, но и в материальном мире принадлежит Богу, пребывающему повсюду как сверхсознание. Это подтверждается в Бхагавадгите 13.3 «Кшетраджнам чапимам видхи сарва кшетрешу бхарата». Верховный Господь в образе сверхдуши пребывает в каждом поле деятельности, то есть в каждом теле. Индивидуальному живому существу дается тело, в котором оно может жить и действовать, следуя наставлениям Верховной Личности. Поэтому Верховная Личность находится в теле каждого. Мы не должны считать себя независимыми. Напротив, следует понять, что нам выделена в пользование малая часть собственности Бога. Понимание этого приведет к идеальному коммунизму. Коммунисты мыслят в рамках своей нации, но духовный коммунизм, о котором говорится здесь, распространяется не только на одну нацию, но на всю Вселенную. Нации или отдельной личности не принадлежат ничто. Все принадлежит Верховному Господу. Таков смысл данного стиха. «Атма васьям идам бишвам». Все сущее в этой вселенной является собственностью Верховной Личности Бога. И именно такое понимание может изменить, а точнее исправить современную теорию коммунизма и идею, лежащую в основе Организации Объединенных Наций, ООН. Господь не является творением нашего разума. Напротив, мы его творение. «Атма васьям идам бишвам». Ишавасьям идам сарвам. Такой вселенский коммунизм может решить все проблемы в мире. Человек должен понять из ведических писаний, что даже тело не является собственностью индивидуальной души. Оно дается ей в пользование в соответствии с ее кармой. Кармана дайва нетрена джантур дехопапатае. 8 400 000 видов различных тел. Это своего рода машины, которые индивидуальная душа получает в пользование. Это подтверждается в Бхагавадгите 18.61. Ишвара сарвабхутанам хридеша арджуна тиштхати бхраманян сарвабхутани ятрарудхани майяя. Верховный Господь, о Арджуна, пребывает в сердце каждого и направляет скитание всех живых существ, которые словно находятся в машине, созданной материальной энергией. Господь в образе сверхдуши пребывает в сердце каждого и созерцает разнообразные желания индивидуальной души. Он милостив и потому дает живому существу возможность наслаждаться в самых разных телах, которые представляют собой своего рода механизмы. Янтра рудхани майяя. Этот механизм создан из материальных компонентов внешней энергии. И благодаря ему живое существо наслаждается и страдает в соответствии со своими желаниями. Такую возможность предоставляет ему сверхдуша. Все принадлежит Всевышнему, поэтому никто не должен присваивать чужую собственность. У людей есть склонность производить множество разнообразных вещей. Эта склонность особенно сильно проявляется в наше время, когда люди строят небоскребы и создают все новые и новые материальные удобства. Но не следует забывать, что материалы, из которых строятся небоскребы и машины, не может создать никто, кроме Верховной Личности Бога. Весь мир есть не что иное, как сочетание 5 материальных элементов. Теджовари, мридам ядха, винимая. Небоскреб, в конце концов, состоит из земли, воды и огня. Землю и воду смешивают и обжигают в огне. Так получают кирпичи, а небоскреб – это, по сути, высотное строение из кирпича.
И хотя человек может сделать кирпич, произвести составляющие кирпича, ему не под силу. Конечно, человек как производитель имеет право получать вознаграждение от Верховной Личности Бога. Об этом здесь тоже говорится. Тенатьяктена бхунджитха. Можно возвести огромный небоскреб, но ни конструктор, ни коммерсант, ни рабочий не вправе претендовать на владение им. Владельцем считается тот, кто вложил средства в строительство. Верховный Господь создал воду, землю, воздух, огонь и эфир, а люди могут использовать их и получать за это жалование. Но никому не следует объявлять себя владельцем материальных благ. Таков идеальный коммунизм. Нашу склонность строить огромные здания нужно использовать для того, чтобы возводить большие и роскошные храмы и устанавливать в них изображение Верховного Господа. Тогда наше стремление к созиданию будет сполна удовлетворено. Поскольку все принадлежит Верховной Личности Бога, все нужно отдавать Господу как подношение, а нам следует принимать только прасад. Люди не должны сражаться друг с другом, чтобы присвоить себе больше, чем необходимо. Нарада сказал Махараджа Юдиштхире: «Яват бриета джатхарам тават сватвам хидехинам адхикам йобхи маньета свастеноб дандамархати». Человек может заявлять права на ту часть собственности, которая необходима ему, чтобы поддерживать душу в теле. А того, кто стремится обладать большим, следует считать вором. По законам природы такой человек заслуживает наказания. Бхагаватам 7.14.8. Конечно, нам необходимо удовлетворять телесные потребности в еде, сне, совокуплении и самозащите. Агара нидрабхая майтхана. Но раз Всевышний Господь, Личность Бога, дает все необходимое птицам и пчелам, неужели Он обделит людей? Нет никакой необходимости развивать экономику. Все и так уже есть. Следует лишь понять, что все принадлежит Кришне, и осознав это, принимать прасад. Если же человек посягает на чужое, он становится вором. Мы не должны брать больше того, что нам действительно нужно. А если по воле случая нам достается какое-то богатство, всегда следует помнить, что оно принадлежит Верховной Личности Бога. В нашем обществе сознания Кришны нет недостатка в деньгах, но никто из нас не должен думать, что эти деньги принадлежат нам. Они принадлежат Верховной Личности Бога, и их следует в равной мере распределять между теми, кто трудится, преданными. Никто из преданных не должен считать, что ему принадлежат какие-то деньги или собственность. Если кто-нибудь думает, что в этой огромной вселенной хоть что-то принадлежит ему, он сразу становится вором. По законам природы его ждет наказание. Дайвихиеша гуна мои, мама моя, дуратья. Никто не может укрыться от бдительного ока материальной природы и спрятать от нее свои намерения. Если человеческое общество незаконно предъявляет права собственности на целую вселенную или ее часть, то оно, как общество воров, будет осуждено и наказано по законам природы. Еще раз стих. Внутри вселенной Верховная Личность Бога пребывает везде, как сверхдуша всего живого и неживого. Поэтому каждый должен довольствоваться тем, что выделено ему судьбой, и не посягать на чужую собственность. Ом агьяна тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурур милитам гьяна тайсмай шри гуравей намаха шри чайтанья манобхиштам стхапитам гьяна бхутале свайам рупа кадам агьям дадати свападантикам Ванчакалпатарубьяща, Крипасиндхубья Эйвача, Патитанам Пабанебьо, Вайшнавебьо, Намо Намаха. Джай Шри Кришна, Чайтанья, Прабу Нитьянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шри Васади Гаура, Бхакта Вринда,
Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Намам Вишну Падая, Кришна Прештая Бхутале, Шримати Бхакти Виданта Свамини Чинамине. Намасте Сарасвати Деве, Гауравани Прачарине, Нирвишеша Шуньявади Паштатья Дешатарине. Харе Кришна, спасибо вам большое, что даете возможность послужить воплощению, литературному воплощению Господа Шримад Бхагаватам и моему Гурудеву. Итак, очень интересный, емкий стих и комментарий. И интересно, что наша наука, официальная наука, она всех нас учит, что все зарождалось от примитивного. Сначала не было ничего, потом взрыв, потом все, что тут непонятного. И потом все зарождалось от примитивного к совершенному. Все развивалось. Сначала были какие-то головастики, потом аборигены, потом, короче, как-то получились люди просто случайно. Вот, Шримад Бхагаватам мы вначале нигде абориген не находим, сразу Господь дает все знание, и ману его распространяет всем. А абориген мы встречаем, пожалуй, лишь в конце Бхагаватам, в 12-й песне, когда рассказывается про Кали-Югу. Вот. И здесь нам напоминает один очень похожий стих. Есть очень похожий стих. Может, кто-то да. Шри Шупанишад, все правильно, да. Первый стих очень сильно похож с этим стихом. Ишавасья майдам сарвам яткинчат джагатьям джагаттена тектена бхунджитха магритха касья свидханам. Все живое и неживое во Вселенной находится во власти Господа и принадлежит Ему. Поэтому каждый должен пользоваться только тем, что ему необходимо и выделено ему как его доля. И не посягать ни на что другое, хорошо понимая, кому все принадлежит. Верховное существо, абсолютная личность Бога, является совершенной личностью, обладает законченным и совершенным разумом, позволяющим ему с помощью своих различных энергий управлять всем. Верховное существо часто сравнивают с огнем, а органическую и неорганическую материю с теплом и светом огня. Подобно тому, как огонь распространяет свою энергию в виде тепла и света, Господь также проявляет свою энергию в разных формах. Но при этом Он всегда остается высшим владыкой, поддерживающим все и управляющим всем. Он всеведущ, обладает всеми энергиями. Заботится о благе каждого, исполнен непостижимого могущества, богатства, славы, красоты, знания и отрешенности. Итак, все в мире находится во власти Господа, потому как относится к пара или апара прокрити, к высшей или нижней энергии Господа. Духовная энергия преобладает, но она покрыта материальной энергией в материальном мире. Как облака закрывают данный свет, да? Солнечный свет, хотя солнце нельзя закрыть. Аналогично этому материальный мир представляет собой лишь часть духовного мира, покрыта материальной энергией. Материя, по сути дела, это отсутствие духовной деятельности, говорит Шрила. Как облако – это трансформированная солнечная энергия, солнечный свет является причиной облака. Подобно этому, материальная энергия – это преобразованная духовная энергия. Материальная энергия состоит из 8 материальных элементов. Земли, воды, огня, воздуха, пространства, то есть эфира, ума, разума и эго. Это материальные элементы от грубых к тонким.
И в Бхагавадгите 9.10 говорится: «Будучи одной из моих энергий, о сын Кунти, материальная природа действует под моим надзором, производя на свет все движущиеся и неподвижные существа. Под ее началом мироздание снова и снова возникает и уничтожается». И разумный человек должен всегда помнить, что кроме Господа никто ничем не владеет. Поэтому каждый должен брать только то, что Господь выделил ему, как его долю. Корова, например, дает молоко, но сама не пьет его. Она питается травой и соломой, а ее молоко предназначено в пищу человеку. Таков порядок, установленный Господом. И мы должны довольствоваться тем, что Он милостиво выделил нам, как и всегда помнить, кому на самом деле принадлежит все, чем мы владеем. Все стремятся обладать небоскребами, тремя машинами Rolls-Royce. Они думают, что это и есть совершенство жизни. Как мой отец мне в детстве говорил: «Ты о чем думаешь? Тебе нужно стать олимпийским чемпионом и заработать миллион долларов. Лучше 10, и будет тебе счастье». А ты задаешь какие-то вообще глупые вопросы. Вот. И это результат воздействия материальной энергии. Но вы не задумывайтесь, сколько лет вы будете наслаждаться этим небоскребом. В небоскребах живут много животных. Собаки, кошки, мыши, там, черви, крысы и все остальные. Возможность жить в небоскребе доступна даже червям и собакам, по сути дела. В чем тогда разница между мной и всеми этими животными? В том, что я могу достичь совершенства, сварупа ситхи. Кто я? Мы должны задаваться этим вопросом. Ситхи – это постижение своего изначального положения. Я – вечный слуга Кришны. Я не независимый. Познав Брахман, Ахам Брахмасми, мы достигаем освобождения от материального представления о жизни. Понимаем, что мы не эти тела, а вечные души. Это первая ступень познания, но не конечная. Вершина самопознания – это понимание, что мы вечные слуги Кришны. Бхагавадгита 7.19. «Тот, кто, пройдя через множество рождений и смертей, обрел совершенное знание, вручает себя мне, ибо он понял, что я причина всех причин и все сущее». Такая великая душа встречается очень редко. Например, наш дом построен из земли, дерева, камня, железа, цемента и многих других материалов. Если рассуждать в категориях Шри Шиманишат, говорит Шри Прабхупада, то необходимо признать, что мы сами не способны создать ни один из этих материалов. Мы можем только собрать их вместе и, приложив труд, придать им какую-то форму. Рабочий не имеет права требовать, чтобы его считали владельцем вещи только на том основании, что он усердно трудился над ее изготовлением. То есть ученые ничего не создают, они просто берут уже существующие элементы, как-то их там между собой формируют и получают какой-то продукт, который, по сути дела, уже в принципе существует. И есть одна история: на утренней прогулке Шри Прабхупада общался с одним предпринимателем, большим бизнесменом. Я ее искал, к сожалению, не нашел, плохо помню, но в двух словах там Шри Прабхупада говорит, что ты, по сути дела, вор. Он говорит: почему я вор? Я изготовляю и продаю стекло, и все официально. Он говорит: да, но откуда ты берешь элемент, который... Из чего ты делаешь свое стекло? Говорит: из песка. Говорит: а где ты берешь песок? На пляж. Говорит: ну вот, говорит, ты большой вор. Говорит: что пропадай, я же жертвую. Ну ладно, ты большой вор, но небольшой тогда. Вот. И поэтому в современном обществе не утихают распри между рабочими и капиталистами, говорит Шри Прабхупада. Это точно очень сейчас актуально. Эти распри приняли международные масштабы, так что весь мир находится в опасности. Люди враждуют между собой и огрызаются друг на друга, как кошки и собаки. Шри Шапанишат не может ничего посоветовать кошкам и собакам. Пока мы вот на этом уровне, как бы, как говорится, наука бессильна. Вот.
Но человеку через подлинных ачарьев, святых учителей, она может передать послание Бога. Поэтому человечество должно принять ведическую мудрость Шри Шопанишад и прекратить споры из-за материального имущества. Каждый должен довольствоваться тем, что получает по милости Господа. Пока коммунисты, капиталисты или любая другая партия будут претендовать на право владеть ресурсами материальной природы, которые принадлежат Господу, в мире не будет мира. Капиталисты не смогут обуздать коммунистов только с помощью политического маневрирования. И коммунисты тоже не смогут одержать победу над капиталистами, сражаясь за украденный хлеб. Пока они не признают, что все принадлежит верховной личности Бога. Любая собственность, которую они считают своей, является украденной. И потому, по законам природы, они понесут наказание. Как коммунисты, так и капиталисты располагают атомным оружием, и если они вовремя не признают, что все принадлежит Верховному Господу, то можно с уверенностью сказать, что в итоге атомные бомбы сметут с лица земли обе партии. Поэтому, чтобы спасти себя и установить мир на земле, обе партии должны следовать наставлениям Шри и Шопанишад. То есть, и даже есть одна из главных целей ИСКОН – мир во всем, установить мир во всем мире. То есть ИСКОН у вайшнавов есть прям действительно глобальная миссия, глобальный план, далеко не наполеоновский, а еще глобальный, прабхупадовский план, мощнее установить мир во всем мире. И мы не можем нарушать эти законы, потому как последует, естественно, сразу за это реакции. Никакой закон божественный. Ишвара Парама Кришна. Он Всевышний. Высший повелитель, обладатель всего и всех. Кришна с помощью кольца законов природы контролирует всех и все, говорит Шопрабхупада. С помощью кольца законов природы. Красиво так сказано. Так же, как с помощью кольца мы легко можем управлять быком, таким огромным животным, также Кришна с помощью кольца законов природы контролирует всех и все. Он истинный властелин колец, оказывается. Вот. И никто не может сказать, что он независимый. Мы все зависим от Кришны или от Майи. Наша жизнь не предназначена для того, чтобы состязаться с собакой в еде, сне и защите. Это не совершенство жизни. Такие люди пытаются стать счастливыми с помощью внешней энергии Бога. Бахирардхи. Мы крепко связаны в материальном мире законами природы, однако мы все заявляем: «Я свободен, я независим, я могу делать все, что хочу». Люди созданы не для того, чтобы враждовать между собой, как кошки и собаки. Они должны быть достаточно разумными, чтобы осознать значение и смысл человеческой жизни. Ведическая литература предназначена для людей, а не для кошек и собак. Несмотря на современный прогресс, люди ничем не отличаются от собаки. Собака спит, и люди спят, защищаются, и мы защищаемся. Еда, сон, секс, защита – общий для всех. Только потому, что вы изобрели атомную бомбу, говорит Шопрабхупада, для собственной защиты, вы не стали лучше собаки. Собака защищается так, как ей подсказывает разум, а человек защищается, опираясь на собственный интеллект. В чем отличие от собаки? В человеческой жизни стоит вопрошать о брахмане, о парабрахмане, стремиться постичь ценность жизни, абсолютную истину. Собака на это не способна. Если, вопрошая о парабрахмане, вы достигнете уровня брахма-гьяны, брахма-бхуты, ваша жизнь станет совершенной. 18.54 говорится: «Тот, кто находится в этом трансцендентном состоянии, сразу постигает верховного брахмана и исполняется радости. Он никогда не скорбит и ничего не желает. Он одинаково расположен ко всем живым существам. Достигнув этого состояния, человек обретает чистое преданное служение мне». И как только вы становитесь преданными, стоит ожидать, что весь мир оборачивается против вас.
но наш хозяин нас защитит. Но так или иначе, наша миссия обратить, говорит Шри Прабхупада, этих мошенников в сознание Кришны. То есть у нас есть хозяин. И вот этот вот, да, как бы наши кантхималы, это, как многие говорят, ачарьи, это вот наш как бы ошейник. И когда я был, кстати, на фестивале Нитай Гауранга, который вот проходил недавно, там Радха Говинда Прабу давал лекции по шаранагати. И он рассказал очень хорошую историю, которая, мне кажется, очень подходит, о предании и о том, что у нас есть хозяин, и которому мы должны поистине предаться. И история это о корове и тигре. Как-то паслась где-то корова где-то на окраинах леса, и эту корову заметил тигр, ну, естественно, накинулся на нее. Убегая от тигра, эта корова искала, где бы найти прибежище, куда бы, где бы спастись, куда бы спрятаться. И она вдруг увидела перед собой пруд и решила, что этот пруд каким-то образом, ну, вода как-то ее оградит от тигра. Она прыгнула в этот пруд, вслед за ней прыгнул тигр, но этот пруд оказался мелким, и на дне было много ила. И прыгнув туда, они оба завязли в этом иле, и, как ни странно, они оказались друг напротив друга, то есть лицом к лицу или морде, короче. Короче, друг напротив друга прям. И не могли вообще подвинуться. И тигр, имея перед собой эту корову, стал нервно рычать и злиться, что, мол, ты виновата во всем этом. Я когда выберусь отсюда, я раздроблю твои кости и буду наслаждаться твоей кровью. И при этом корова оставалась очень спокойно и смиренно спросила у него, а у тебя есть хозяин? На что тигр фыркнул и сказал, какой хозяин? Я король джунглей, я царь зверей, я сил, я кого хочешь могу разорвать, зачем мне нужен хозяин? Я сам себе хозяин, я все знаю, я все могу, я могущественный. И тогда корова очень спокойно опять-таки ему сказала, да, но в данный момент, будучи даже тигром, королем животных, таким сильным, ты не можешь даже спасти свою собственную жизнь. И тогда тигр еще больше разъярился, говорит, да как ты смеешь, ведь ты тоже здесь прилипла. Она говорит, да, но я не умру, в отличие от тебя. Ты, к сожалению, здесь, наверное, останешься. И тогда он разъярился, стал кричать, как это так? Я, если я тигр такой сильный, могущественный, не могу выбраться отсюда, как ты, слабая корова, сможешь отсюда вылезти? Ты ничто по сравнению со мной. Ты также останешься здесь и умрешь от голода. И тогда корова ему сказала, что да, на самом деле я очень слабая, и своими силами я никак не смогу отсюда выбраться. Но у меня есть хозяин. И этот хозяин, когда наступит вечер, он спохватится за мной и начнет меня искать. И найдя меня, он меня отсюда вытащит. Ну и тогда тигр с пренебрежением фыркнул на нее. Это и ваша религия, эти ваши Хари Кришна, короче, и даже перестал смотреть на нее. И в конце концов так и произошло, что наступил вечер,
этот хозяин спохватился за коровой и стал ее искать, нашел ее в пруду, позвал соседей, и они вытащили эту корову. И, идя обратно, они испытывали обоюдную благодарность друг другу и одновременно испытывали как бы сочувствие этому тигру, потому как, естественно, они не смогли его спасти, потому как он просто не подпустил бы их к себе. И из этого как бы такая мораль, что корова представляет собой преданного. Вот, которая здесь ключевые слова, что да, у меня нет сил самому вылезти из этого болота, но у меня есть хозяин. Болото, естественно, представляет собой материальный мир, в котором мы все увязли вместе с другими такими дикими животными. Тигр представляет собой материалиста, который исполнен силы и считает, что он все сам может, он хозяин всего. Ну и хозяин – это представитель Бога, это как бы Шри Гуру, Гурудев, который нас вызволяет из этого болота, когда мы ему предаемся. И Кали-юга – это очень сложная юга. И Кали означает ссоры. Нет хороших качеств, достойных людей, у кого у каждого есть собственное представление о совершенстве, есть собственное представление Бога, или каждый, там, многие считают себя Богом, что они могут стать Богом. И все они ошибочны. И поэтому вот эти вот распри между друг другом все больше возрастают. Но есть один прекрасный стих Шримад Бхагаватам 12.3.51, где говорится: «Каледоша нитхе раджан астихиехо эко махан гуна». Киртанат эшва Кришнася муктасанга парам браджет. Мой дорогой царь, Кали-юга – это океан пороков, но помимо них у нее есть одно великое достоинство. Просто повторяя маха-мантру «Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе». Человек может освободиться из материального плена и попасть в трансцендентное царство. На этом я, пожалуй, закончу. Спасибо, Хари Кришна. Может быть, у кого-то есть дополнение, исправление. Да, Таран Кришна Прабу. Говорится о том, что человек, он должен довольствоваться той судьбой, которая у него есть. Хари-хари. Хари-хари. Хари-бо. Да, чуть громче можно. Хари Кришна. Но мы знаем, что есть судьба людей таких, они бедные или голодные. И естественно, сразу возникает желание что-то иметь для себя. И вот как вот сочетать такие вещи, когда человек, будучи бедным, хочет стать богатым, но судьба ему уже предоставила возможность быть бедным, а он хочет быть богатым. Что ему вообще можно что-то сделать в этом мире для того, чтобы поменять свою судьбу и достичь какого-то результата? Мне пришел стих из Бхагавад-гиты, где Кришна говорит, что тебе, если моему преданному я даю все, что ему не хватает, и сохраняю все, что у него есть. Если мы, скажем так,
непреданный, то материальную энергию, материальные желания удовлетворить никак нельзя. Какие бы мы богатые или бедные ни были, Харе Кришна, нам постоянно будет чего-то не хватать. Вот. И удовлетвориться как бы полностью в наших материальных желаниях мы не сможем. Много у нас или мало. Как говорится еще в одной пословице, что счастлив тот, не у кого много, а тот, кому хватает. Вот. И если мы предаемся Верховной Личности Бога и понимаем, что все в конце концов принадлежит Ему, даже это тело, как говорится в этом же комментарии, вот, то мы успокаиваемся и понимаем, что все, что нам нужно для служения Кришне, Кришна нам предоставит. Более того, чем искренней мы как бы служим, тем больше Он предоставляет нам возможностей, в том числе и материальных, для того, чтобы мы их задействовали в служении. Вот. И наоборот, все, что нам мешает, такие многие махараджи говорят, что все, что нам мешает, и сам Кришна говорит, что тех, если я благосклонен какому-то преданному, то, что ему мешает, я просто материальные обычные вещи какие-то, он убирает у него привязанности. Ну вот, ну, может быть, у кого-то есть еще ответ, да, пожалуйста. Или, может, дополнение, друг Кришна. Спасибо вам за лекцию. Я слышала разные варианты. Вот в Кали-Югу в наше время, когда человек реально становится преданным. В некоторых источниках просто он сказал Харе Кришна, в некоторых источниках там уровень нистхи, это вообще премия. Вот, вот от срадхи до премы, это на каком уровне у нас, это просто разные уровни преданности, либо ну, настоящий преданный, он как-то действительно там проявляется на каком-то уровне. Кого мы можем назвать преданным, да? Повторите вопрос, пожалуйста. Я не понял сам именно вопрос, суть вопроса. Ну вот от срадхи до премы это разные уровни преданности, либо на каком-то уровне проявляется настоящая преданность Господу. Я просто немножко вот этот момент не понимаю. Мы можем считать преданным, правильно? Не-не-не, дальше не так. А можете? В действительности, в вашем вопросе уже ответ. Я совсем недавно слушал от Шрадхи до Премы. Это все квалификация вайшнава, просто на разных этапах. Это бхакти, который раскрывается по мере развития садху-санга, нардха-неврити, баджана-крия. Это все про бхакти. Вопрос про ее насыщенность и качество. Ну так. Не, пусть Мадхукари пробует. В дополнение тогда к этому вопросу, вот тоже мне этот вопрос интересен тоже. Вот, потому что почему тогда в читании Чаритамрити я из лекции Адипуруши Прабху услышал, что он говорил, что Канишха Дхикари по большому счету не является преданным, а считается считается тенью преданного. Ну, то есть он пока еще полноценным преданным не считается. То есть у него должны быть друзья, он должен равно относиться к другим вайшнавам, дружелюбно относиться к другим вайшнавам, тогда это вайшнав. То есть, еще Прабхупада говорил, не надо задерживаться на этом уровне, нужно стараться перейти на уровень мадхьямы.
можно скорее. Ну, это просто вопрос заключается в том, что это прямо или косвенно связано с бхакти. То есть мы обычно, у нас как бы понятие максимализма, там, это бхакти или не бхакти. То есть как бы вот, или это или белое, или черное. Это бхакти. Просто определенный уровень его квалификации, ну, то есть, как скажем, то есть это как бы самый зачаток, да. Даже если это тень бхакти, а это так, это тень бхакти, то это тень бхакти, а не тень гьяны или кармы. Понимаете? То есть суть, поймите суть. Спасибо. Джай, спасибо вам. Гаурарай Прабху. Ну, если никто, ни у кого нет вопросов, то да. Скорее, наверное, дополнение, простите, что так агрессивно. Ну, просто медитировал, думаю, может, кто-то из аудитории еще захочет задать вопрос. Дело в том, что у нас возникают крайности того, что мы, есть люди, которые видят иногда поведение преданных как достаточно безответственных и бесшабашных людей. Такая тенденция есть. О том, что ну, все Богу принадлежит, и я все делаю, и Бог все решит. В действительности Господь каждому из нас дает полномочия, дает нам ресурс в виде чего-либо, близких людей, какого-то имущества, денег. Если мы относимся к этому безответственно, говоря о том, что ну, все Богу принадлежит, это такая есть крайность в сознании, да, то на самом деле это проявление ну, глупости и проявление незрелости, невзрослости. Вот. Это важный момент, потому что есть этот крен, что ну все Богу принадлежит, я это... На самом деле Шрила Прабхупада относился так, что все Богу принадлежит, но он всем этим дорожил, в том числе и телом. Кто-то может подумать, что Шрила Прабхупаде на дню делали несколько, 2-3 массажа. И все и думали, хороший гуру наслаждается. И он, ну, наслаждается. Массаж – это приятно. Ему 2-3 раза в день делали массаж. Он ездил на Роллс-Ройсах и так далее. И Прабхупада показал, что все для, ну, если он делает это для Кришны, он наслаждается, но он делает это для Кришны. И тело – это инструмент. А иногда мы входим в это искусственное отречение. Мне ничего не надо. Это есть, я вот слушаю семинар, советую. Прия Гауранга Прабху по Варнашраме, он там описывает момент осквернением гьяна Мишра Бхакти. Он говорит, в том-то оно и проявляется. Карма, она вроде очевидна, мы от нее фу-фу-фу, карма, карма. А вот гьяна означает искусственное отречение. То есть мы отрекаемся от тех вещей, которые отрекаться не надо. Ну, то есть как-то вот искусственно, не-не-не-не, материальный мир. Там. Вот. Вот это и есть вот это элемент осквернения, когда мы боимся материального мира. Ну, так. Чай, да, спасибо. И все нужно, да, задействовать в нашем служении, если у нас что-то есть. И насчет того, что все зависит от Господа, как бы я слышал, к сожалению, сейчас не вспомню от кого, от старших преданных, что нужно, когда ты что-либо делаешь, все делать так, как будто бы все зависит от тебя, но при этом понимать, что в конце концов все решает Господь. Поэтому нужно прилагать все наши усилия, что насколько мы можем, имеем какие-то ресурсы для служения Господу, но всегда понимать, что конечный результат принадлежит Ему. Что из этого получится? Хари Кришна. Бандарад Шримад Бхагаватам. Ки джай, Шрила Прабхупада, ки джай. Хари Кришна.